Тонировка своего автомобиля – популярная мера среди автолюбителей. И вызвана она как желанием скрыть от чужих глаз, что находится или происходит в автомобиле, так и защитой от излишней солнечной активности в летний период. Но как сделать тонировку, чтобы не нарушать действующих правил? И что грозит нарушителям? Согласно законодательству, которое действовало до 2017 года, наказание за неправильную тонировку, предусмотренное частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, управление транспортным средством, на которое установлены зеркала, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Снятие номеров 2014 года за неправильную тонировку отменено. В 2017 году меры по наказанию водителей предполагается ужесточить. При первом нарушении предполагается штраф в размере 1500 рублей, при повторном 5000 рублей с возможностью лишения прав до 3 месяцев. Первичное нарушение обнуляется в течение 12 месяцев. Но есть вероятность, что при повторном нарушении вы только штрафом не отделаетесь. И вот почему. Согласно статье 13 закона о полиции, который распространяется и на сотрудников ДПС, с вас официально могут потребовать прекращения правонарушения, выписав вам предписание. Если водитель не попытается снять тонировку, а просто заплатит штраф, то при следующей остановке его ожидает составление протокола с наказанием в виде штрафа от 1000 рублей или даже ареста сроком до 15 суток. Это дополнительно ко штрафу за тонировку. И это наказание будет уже по другой статье. В части 1 статьи 19.3 КОАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Поэтому, если у вас уже было первое предписание, обзаведитесь документом от какого-либо автосервиса о том, что вы обращались и оплатили снятие тонировки, то есть исполнили предписание. Использование съемной тонировки и снятие ее при инспекторе ГИБДД не освобождает от штрафа, потому что штраф предусмотрен за управление автомобилем с нарушением, которое уже выявлено к моменту вашей остановки. Однако в данном случае вам точно не выпишут предписание для устранения этого нарушения. С 2015 года действует новый технический регламент, установленный ГОСТом 2013 года, согласно которому тонировать лобовое и передние боковые стекла нельзя. Точнее сказать, можно, но при этом светопропускаемость лобового стекла должна быть не менее 70%. Так, нетонированное стекло уже имеет пропускаемость на уровне 90%, а самая легкая тонировка снижает поток света не менее чем на 10%, и вы рискуете не пройти тест с прибором. По нормам светопропускаемости гарантированно проходят только прозрачные бронирующие и атермальные пленки и напыления. Правда, на верхней части ветрового стекла могут прикрепляться прозрачные цветные пленки шириной до 14 см. Последний технический регламент устанавливает ограничения по светопропускаемости только на ветровое и передние боковые стекла. Тонировка остальных стекол не регламентируется. Допускается полное тонирование задних стекол лишь в том случае, если по обоим бортам автомобиля установлены зеркала заднего вида. Зеркальная тонировка напрямую ГОСТом не запрещена, но постановлением правительства номер 1090, утверждающим правила дорожного движения, зеркальная тонировка относится к неисправностям, с которыми запрещается дальнейшая эксплуатация автомобиля. Стоит огорчить и любителей шторок, жалюзей и прочих чулков и ковров на передних боковых окнах. Они тоже запрещены всем, кроме туристических автобусов. Если светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол вызывает у инспектора подозрения, это стекло может быть проверено любым сотрудником ГИБДД с помощью тех приборов, которые имеют специальный сертификат и внесены в госреестр средств измерений. Кстати, бытует мнение, что проверку могут проводить только на стационарных постах. Это не так. Так как штраф предусмотрен не за факт наличия тонировки, а за эксплуатацию авто с несоответствующими параметрами пропускания, то инспектор ГИБДД без измерительного прибора не имеет права наложить штраф, не проведя замеры и не установив степень несоответствия. И последнее. Большинство из нас не отслеживают все тонкости изменений в законодательстве, и о введении новых штрафов и новых требований мы можем вовремя и не узнать. Но чаще всего при обращении с сотрудниками ГИБДД помогает нормальное человеческое общение и просьба разъяснить нововведения. Но если вы остаетесь при своем мнении, просто отражайте это в протоколе, который можно и обжаловать. Но не провоцируйте инспектора на предвзятое к вам отношение. При желании он найдет к чему к вам придраться.
На этом все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Совсем скоро ждите новых обновлений на нашем канале. Пока!